Всем привет! В общем, мы едем в наше орхидейное путешествие с моими орхидейными друзьями, с нашим клубом. Вот наш автобус. Так, поехала я искать парковку. Все, мне нашли парковку. Это мои профессионалы. У них очень много можно чему научиться. Поэтому, в общем, мы едем на целый день. Раз в 5 лет, давно такого не было. Приезжают из Америки. И, в общем, со всех стран будет очень много орхидей. Это мой лапоть. Не знаю, как перевернуть камеру. Hello! Ladies, come. Sorry. It's our president. Hello, David! Это профессионалы. Hello! Ну и все, мы поехали. Сегодня 2 сентября 2022 года. 2 сентября, кстати, день рождения у моей любимой Одессы. Люблю тебя, моя Одесса. В общем, все веселятся. Вот так вот мы едем. Едем, 7 утра. Мы выехали. Не знаю, слышно ли вам меня, но очень-очень, конечно, шумно. Все общаются. Едем. Завтра у меня, кстати, день рождения, поэтому еду покупать себе подарки. Ну, надеюсь, что я что-нибудь сниму и покажу, как там было и что интересного. Вдоль трассы вот так вот растут сосны, никогда не показывала. Огромные, высоченные, их, конечно, очень любят. Черные какаду тоже вот так вот по обеим сторонам. Там плохо видно, ну, в общем, решила показать вот такая вот здесь природа. Я очень удивилась, когда первый раз приехала 12 лет назад и увидела, что мы ехали вдоль трассы, постоянно сосны растут. В общем, решила показать вам кусочек природы. Вот так вот расширяется дорога. Трассу расширяют между моей деревней и Брисбеном. Все перестраивается, все увеличивается. В 2032 году будет Олимпиада в Брисбене, поэтому, конечно, строительство идет полным ходом. Красоту наводят везде. Ну, у нас дороги здесь были 2 ряда туда, 2 ряда обратно. Ну, а сейчас, конечно, будет трасса. И, как вы уже, наверное, заметили, у нас движение наоборот. Надеюсь, видно, да? Мы еще едем, остановились, подобрали еще пару человек и едем дальше. Вот так вот люди радуются. Ну, в общем, вот такой вот объем бедствия.
Ох, ребята, тут, конечно, ходить и ходить, очень много фласок. Здорово. Конечно, народу полным-полно. Все любят орхидеи. Цветущие есть. В общем, конечно, на любой вкус. Нашла стангопеи. На любой вкус. Ну что, ребята, 2 часа я побродила по где продавали орхидеи. Теперь здесь, я так понимаю, выставка. Купила себе подарков немножечко. Кому интересно, покажу потом попозже. Yep. And you'll be my first victim, Eddie. Думаю, конечно, что у меня хватит времени показывать все, как обычно я показываю. Ну, в общем, вкратце покажу. Очень, конечно, много специозумов сейчас. Это их время. Запах тут стоит просто нереальный. Так, ребята, ну что, ну вот выставка. Это выставка, и мне уже просто сказали посмотреть на чемпиона. Чемпион вот этот вот белый специозум. Чемпион Australian Native Species. Обалдеть. Смотрите, как он растет. Я так поняла, что его когда-то посадили в пенек, и он вот так вот с пенька. Это что-то. С одной псевдобульбы 4 цветоноса. Боже, какие грозди. Это первое место лекарства. Ну и тут получается первое. Я, в общем, запуталась. Меня послали сюда. Ну, в общем, не буду вас путать. Я так понимаю, что тут написано, что first первое, и там first, и там first. В общем, наверное, по каким-то категориям. Я не хочу вдаваться в такие сильные подробности, просто покажу
А, тут, в общем, да, собрались, наверное, первое место по... Fuller Agreement. Arrangement. Флористика. Вот, вспомнила. В общем, ну да, это видно первые места. Какой яркий башмачок. Все, я поняла, тут это первое цветение сидерлинг гибрида. В общем, тут по очень многим видно группам. Судилось с 31 числа были здесь судьи, сегодня 2 число, то есть тут конференция. Вчера судили орхидеи, поэтому красиво очень, конечно, форма для первого цветения, да? Там гиганты, наверное, тоже фёст. Ну да, первое цветение. Чемпион Америка. Какие кустики. Да, это, конечно, нужно рассматривать эти цветы под лупой. Я представляю, сколько времени уделили, конечно, этому растению, но в общем, тут разные категории. Срезанный цветок. Огромный. Огромный, конечно, по фиопедилу. Вау, вот это горшочек. Бедно его привязали к стойке. Ну и это Grand Champion. Такие цветы крупные, очень крупные цветы для гигантеи. Это точно, это только башмачная группа. Башмачное, господи, сообщество. Люди выращивают, которые только башмачки. Ребят, тут нереально просто. Конечно, если рассматривать каждую орхидею поодиночке, боже, какой цимбидиум, какой он милашный. Нет, ну все, конечно, показать нереально. Я не знаю, сколько создавалось, конечно, это, на сколько ушло времени на то, чтобы
это все соорудить, это все поставить, придумать, все награды. Это все награды. Конечно, все взрослые растения. Чтобы такого цветения добиться, конечно, нужно иметь взрослые растения и очень долго, конечно, их выращивать. Да, хотела бы я иметь такую дорожку, да, в саду у себя. Обалдеть. Положили зеркало, как будто водичка. Класс. Вот это кустик. Я не знаю, сколько там сантиметров горшок, но он огромный. Вот это все, я так понимаю, один горшок цветет. Дендробиум Виктория Фрост. Кингианум австралийский. Какой кустик? Тетрагоном, наверное, да? Да, тетрагоном. Интересный. Ну, конечно, на вкус и цвет товарищей нет, поэтому разные орхидейные сообщества. Ну и, конечно, каждый, что выращивает, все приносили. Боже, какой катасетум. Я такого размера не видела. Ну, он, наверное, сантиметров 12. Катасетум экспансум. Обалдеть. Я вживую, кстати, не видела никогда Парафаленопсис лабукенсис. Обалдеть. Да, здесь, конечно, можно будет увидеть, какие длинные у него. Ну, листьями не назовешь. Цветы, конечно, обалденные. Амабилис. Специозум. Лудизия. Слушайте, я, конечно, от малыша и до гигантов. Тут, конечно, все есть. Я пытаюсь одним глазом смотреть, что я снимаю, другим глазом наслаждаться, потому что знаю, что многие ждали, чтобы я это снимала. Это ладигизела? Да, красивая очень. Боже, какой тут аромат, ребята. Все-таки мечты сбываются, нужно мечтать. Какой мохнатый. Класс. Ну, вот так вот от стенда к стенду, может быть, я и успею. Я не знаю, нам сколько дали. Я уже 2 часа, конечно,
проходила, прообщалась в магазинах, но вроде бы нам до 12, поэтому, наверное, у меня здесь час. Я не знала, что здесь такой тоже масштаб бедствия. Буддаи, Win Eyes. Интересно. Ой, какая валакириана красивая. Огромные цветы. Вот это вот Lady Gizai. Шикарный цвет. Вот она такая и есть, темная. Не могу ближе подойти. Там всевозможные ванды. Каких только расцветок нет. Гиганты. Я, наверное, буду молчать. Тут слов нет. Поэтому наслаждайтесь.
Это, кстати, я вставлю свои 5 копеек. Это Beryl Robertson. Это наша Beryl, которой я помогала на прошлой выставке тоже. Это ее рисунки. Она, кстати, с нами, с мужем приехала тоже сейчас в автобусе. Какая честь. Thank you.
Ну вот, обошла я все. Не стала уже, конечно, каждый цветочек снимать. Но и забралась я наверх. Увидела, что люди поднимаются. И вот, в общем, это вид сверху. Так кажется, что совсем немного, да? В общем, вот это вот получается. Все это выставка. А вот там вот такой вот кусочек, там вот продажа орхидей. В общем. Много орхидей не бывает, правда? Правда?